Здравствуйте. Что, плечо прихватило? Пойдемте ко мне. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Довольно частая проблема с болью в плече, но будем помогать вам. Постараемся ее решить. Это очень частая проблема, с которой ко мне обращаются пациенты. Пациент не спит ночью, он баюкает руку, он не может ею нормально двигать и даже поднять выше горизонтального уровня. Не получается это сделать. У него нет перелома, у него нет классического воспаления, артрита в суставе, а рука двигается плохо, плечо болит. Что это такое? Когда-то это называли плечо-лопаточный периартроз, периартрит, и отправляли таких пациентов к мануальному терапевту, к остеопату, назначают огромное количество препаратов. А я хочу сейчас показать очень простое, но эффективное упражнение, которое поможет вам восстановить подвижность в плечевом суставе. Надо только не бояться, надо заниматься и выполнять это упражнение регулярно. И еще раз повторю, не бояться двигать своей рукой. Ведь очень часто возникает проблема, когда человек начинает, страдая от боли, ограничивать движение в своем суставе, а это только усугубляет проблему. Итак, простое эффективное упражнение для восстановления подвижности в плечевом суставе. Вот в интернете вы можете увидеть самые разные ролики на подобную тему. Как избавиться от боли в плече, 3 простых упражнения, 8 простых упражнений при боли в плече. Я покажу одно единственное упражнение, которое достаточно эффективное, и оно заменяет собой многое-многое, что пытаются предложить мои коллеги. Ну, реальность такова, что пациент не собирается делать целый комплекс упражнений, когда у него сильно болит плечо, и достаточно сделать простую вещь. Посмотрите, принцип тот же самый в предыдущих роликах, которые были посвящены боли в спине, в шее, в пояснице, в ноге. Тот же самый. Мы создаем напряжение, усилие без движения. И второй момент. Когда мы напрягаемся, в этот момент мы делаем вдох. Когда мы расслабляемся, мы делаем выдох. Да-да, мы говорим в очередной раз об упражнении на аутопост-изометрическую релаксацию. Именно такой правильный термин обозначает то, что сейчас я буду показывать. Вы кладете руку на противоположное плечо. Ну, может быть, у вас не получится так быстро, потому что плечо болит. И вы сделаете это движение очень мягко, щадяще, даже помогая здоровой рукой. Но постарайтесь, пожалуйста, положить больную руку на здоровое плечо. Очень важно, чтобы рука ваша была параллельна полу. Ни вниз, ни вверх. Ну, на первых порах вам и не удастся поднять руку вот так. Параллельно полу. Следующий момент. Ваша ладонь зацепляет локоть. И ладонью вы пытаетесь сделать вот это движение. То есть сдвинуть свою руку, а рука этого делать не дает. Локоть препятствует. То есть он как бы делает вот это возвратное движение. Выглядит это следующим образом. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас одновременно давлю локтем на ладонь, а ладонью давлю на локоть. Вы видите, что никакого движения нет, а мышцы напряжены. Вот я даже немножко утрирую и показываю, как дрожат от моего усилия рука и локоть. Следующий момент. Когда я начинаю создавать усилие, и давить локтем на ладонь, я делаю плавный вдох на счет 5. Раз, два, три, четыре, пять. Я считаю про себя до 5. Дальше я расслабляю руку, продолжая тянуть ладонью, вытягивая свою больную руку. То есть, другими словами, я делаю вдох, одновременно давлю локтем на ладонь, ладонью тяну локоть в противоположном направлении. Выглядит это следующим образом. Досчитываю до 5, делаю выдох и расслабляю больную руку, продолжая ладонью тянуть руку дальше.
И снова усилие. Раз, два, три, четыре, пять. Снова расслабление на выдохе. И продолжаю тянуть дальше. Очень важный нюанс. В самом начале этих упражнений не надо бояться, что появляется легкий дискомфорт или умеренное болевое ощущение. Главное, чтобы не было резкой боли, чтобы она вас не останавливала. Вот это упражнение можно повторить 4-5 раз. Можно 6, можно 7, если хватает сил и нет интенсивной боли. За один подход вы можете выполнить 4-8 раз. А подходов может быть несколько, 2-3. Вы можете это сделать утром, днем, вечером. И еще раз повторю, чтобы не было только дискомфорта. С течением времени объем движений будет увеличиваться. И вы сможете сделать, скажем, такую вещь. И дотроньтесь до противоположного уха своей уже здоровой рукой.